Добрый день, меня зовут Максим. Вы на моем канале The Quays. Продолжаем рассказ про Америку. Сегодня расскажу про парковочные счетчики. Вот такая вот штука, очень удобная. Почему я снимаю ролик? Потому что буквально вот пару дней назад здесь стоял счетчик старого образца, а сейчас перешли на компьютерные. Это очень интересное устройство, оно работает на солнечных батарейках, вот, полностью энергонезависимое. Вы можете платить как пластиковая карточка, так и засунуть четвертак, это 25 центов. Ну и, соответственно, когда вы туда бросили монеточку, нажимаете на ОК, можете добавить или уменьшить время. Общем, короче, очень много опций, очень быстро все оперируется. Ну и, соответственно, конкретно по тарифу вот этого парковочного места вы сможете стоять 15 минут. Я приехал в банк, уладить некоторые свои вопросы, вот. И, соответственно, вот вся вот эта... пространство, это вот паркинги такие вот, вот. То есть таким образом решается вопрос с парковкой в Америке. Значит, для тех, кто на свой страх и риск хочет монетку не бросать, периодически проезжает здесь по центру города инспекционная машина Driver Police и, соответственно, смотрит, если счетчик уже перестал работать, значит, соответственно, выписывается штраф. Вот, первый раз он поменьше, потом побольше. Вот, засовывается, если водитель не пришел, то есть засовывается под лобовое стекло этот штраф, который обязательно должен быть оплачен. Вот. Ну и практически на второй раз любой водитель, посмотрев на сумму штрафа, излечивается от патологической жадности и уже понимает, что проще бросить 25 центов, чем оплатить штраф на 100 или, а то или 200 долларов. Оставайтесь на канале и будьте в курсе всего нового. Удачи!